Борьба с ожирением. В Дагестане развивается метаболическая хирургия. В эти дни в третьей городской больнице Махачкалы мастер-класс проводит известный хирург из Воронежа. Подробности в сюжете Хамза Нурмагомедова. Сейчас здесь специалист из Воронежа вместе с дагестанскими коллегами выполняет сложную операцию. Она поможет значительно снизить вес, устранить сахарный диабет и улучшить качество жизни пациента. Владимир Самойлов вот уже 15 лет занимается метаболической хирургией. Его пригласило руководство третьей городской больницы для проведения здесь сложных операций. Сегодня у нас запланированы две операции. Первая операция – это шунтирование желудка. Это комбинированная операция, сложная операция, направленная на то, чтобы человек потерял большую часть лишнего веса, стойко потерял, чтобы результат был постоянный, практически без возврата. Эта операция очень хорошо воздействует на лечение сопутствующих ожирению заболеваний, в частности, сахарного диабета второго типа. На мастер-классе присутствуют дагестанские хирурги. Операция длится в среднем до 2 часов. Хирург Самойлов делится знаниями и многолетним опытом. В нашем регионе это достаточно новое направление. Мы имеем определенный опыт выполнения этих вмешательств. Мы их выполняем в этой клинике. Однако увидеть, как это делает эксперт, который имеет за плечами более 1000 подобных операций, это стоит многого. Такое сотрудничество поможет дагестанским врачам проводить операции на более высоком уровне, отмечают эксперты. И в частности, здесь, в третьей городской больнице, есть для этого все условия. Эта больница готова к выполнению таких операций, и это хорошо. Именно такого плана операции должны делаться в тех лечебных учреждениях, которые на 100% оснащены и персоналом, и техникой, и оборудованием для выполнения этих сложных операций. Я очень рад, что действительно здесь так много хирургов, которые способны выполнять такие красивые операции правильно, надежно и хорошо. Обмен опытом между дагестанскими и российскими специалистами продолжится. И для выполнения сложных метаболических операций не придется выезжать в другие регионы. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.